Два дня назад позвонил знакомый и сказал, что ему сообщили, что в Дубне на мусорке выбросили щенков. Но пока он доехал из Чехова, щенков уже не было. Вроде бы надо было облегченно вздохнуть, но горькие подозрения оправдались. Нам их подбросили другие добрые люди. То есть у всех одна дорога в лохматую душу. А те, кто держал их несколько дней, не хотят помочь накормить их, сделать прививки, обустроить? Люди, ну поучаствуйте в их судьбе. Приют тонет в долгах. А их 8 собачьих крошечных деток. Конечно, мы их приютили, кого-то потеснили, а этих посадили отдельно. Но теперь им нужна обработка от гельминтов, вакцинация. И только на этих крошек необходимо 4000. Это первичная обработка, которых у нас нет. Глистогонка и вакцины заканчиваются мгновенно, сколько ни привези. Корм специальный нужен для щенков. А мы на корм для приюта собрать не можем. А малышей у нас очень много. Пожалуйста, не проходите мимо.